Английские слова на букву P. Основные слова, часть первая. Итак, разберем с вами часто употребляемые слова на данную букву и посмотрим примеры. Итак, packet, пакет. For example, например, I have got 2 packets. У меня 2 пакета. Pain, боль. She feels pain. Она чувствует боль. Page, страница. Open page 28. Открой страницу 28. Pale, бледный. She is very pale. Она очень бледная. Paper, бумага. Bring me some paper. Принеси мне немножко бумаги. Part, часть, разделять. This is part one. Это часть первая. Particular, особенный. It's a very particular feature. Это очень особенная черта. Party, вечеринка. We were at the party yesterday. Мы были на вечеринке вчера. Pass, проходить, миновать. Time passed, время прошло. Или, например, time passes very quickly. Время проходит очень быстро. Passion – страсть. It's my passion – это моя страсть. Past – прошлое. It's my past mistake – это моя прошлая ошибка. Patience – терпение. I have no patience – у меня нет терпения. Patient – you are very patient – ты очень терпеливый. И вскоре мы продолжим в части 2 следующие слова.